какая красота, друзья мои дорогие. Я сейчас снова иду на аллею, которую я назвала ретро, на улице Музейной города Омска. И сейчас я вдоль этой аллеи нарядной пройду. Сегодня у нас минус 18 градусов. Морозы отступили, так хорошо. Снежинки, пушинки. Для прогулок отличный день. И вот такая аллейка. Я пройду по одной стороне, а потом перейду на другую. И мы с вами полюбуемся. Смотрите, какая красота. Вот даже на игрушечке я отразилась. Прелесть. Какие шарики. Привет. Машина, если я не ошибаюсь, Запорожец с елочкой, с посылочками. Здесь такой уголочек. Такое удовольствие, ну просто прелесть. Такая радость. В прошлое, все наше детство. Вот здесь очень хорошо видно подсветочку. И вот такая ретро. Вот такой ретро-уголочек. Смотрите, как здорово. Весы. Сетка с апельсинами, счеты, пластинки, гитара. Ой, ну. Так, мои хорошие. Я думаю, что вам тоже это очень интересно. И каждый из вас окунулся в свое детство. Вроде бы не такая не длинная аллейка. А получаешь счастье столько много. Вот. Зимушка, зима, наш отдых. Такая елочка. Каждую ночь сыпет снежок помаленечку. Вот сейчас только недавно успокоился. Снежинки летят, летят. Создают такую атмосферу праздничную. А снежок сыпет и сыпет. Чудесная погода. Вот на прогулке. Уже сама как снегурочка заметает. Но очень хорошо.